Всем привет, с вами Друманин Дрин, и сегодня мы будем помогать людям проходить этого страшного тройственного босса Стражей Руины. О, это страшный босс, и я надеюсь помочь людям. Нас призвал некий Кранч 43, он призвал также Хеказо. О, мы с ним одинаково, только у него еще какой-то колокольчик есть. Ну все, идем в босса, я так понял. Ну давай, давай. Опять сюда бежим. Главное, держи его там, не давай ему атаковать в мою сторону. Давай, давай, держи его там. Это значит у нас дебарщик. О, наш друг Хеказо умеет использовать чудеса. Причем на каком уровне-то он их использует? Достаточно высоком. Давайте сразу выпьем, потому что даже немного здоровья нам обязано оставить, если что. О, магия у него достаточно сильная. Ничего, у вас тоже. Мы это докажем. Вот смотрите, что делают. Я только занялся делом, и они меня атакуют. Помогу, пожалуй, хосту, потому что там больше опасности. Если его убьют, это очень страшно. Хотя, если нашего напарника убьют, тоже не будет там просто. В принципе, хвост может всех переодеть на себя, и я просто помогу ему. Они очень достают своими вот этими вот перевертышами. Тройными. Четверными, как-то так. И, видимо, благодаря моему дамагу я его все-таки переагрил. Это скорее минус, чем плюс. Вот Ричи не дает мне атаковать его. Он пытается меня закрутить свой ритм. И второй пришел ко мне. Но вот, один умер, точнее, второй. И остался еще один, и я добил его. Да, это был мой. И вот мы помогли Кранчу пройти этих сложных боссов. Я надеюсь, ты оценишь это. И не будешь убивать меня в будущем. А кто знает, вдруг ты станешь красным фантомом. В общем, удачи тебе, Кранч. И тебе, может, еще встретимся. И вот, я нашел еще одного человека, которому можно помочь. Он призвал меня через знак. И сейчас мы узнаем, как его зовут. И кого он еще призвал. Ага, я сам Сэнни. Его зовут Тоби. И призвал он еще The T and... Он не дает мне посчитать. Tea and cookie. То есть чай и печенька. Ну ладно. Чай и печенька, Тоби и я. Против тройственных рыцарей и стражей. Так, опять слегка подлагивает ничего. Даже не то, что подлагивает, скорее фрозит. Главное, Тоби, не умри. Все что угодно, только Тоби, не умри. Тоби умирать плохо. Я как-то вообще не дамажу. Я один за всех дамажу. Так, мой. Теперь пошли вниз. Тоби, не на меня, не на меня. Нападай на Тин Куки или на Тоби, но не на меня. Я маленький хилый мат, откуда у меня вообще хп тебе противостоять? Это страшно, если они сейчас Тоби достанут, а он похилился. Все нормально. Я просто боялся, что они сейчас Тоби достанут. Он сейчас отхиленный, и он их на себя обоих сагрил. Но он полегче мне. Я пока в спину бью. Ну, особого вреда не нашел, наверное, я уже половину сломался. Лесе, если не больше лично моими стараниями. У меня уже магии просто не осталось банально. И она на меня все-таки переагнулась. Тоби забираю ее себе. Дарю. Помоги только. Они отхилятся тоже. Так, господи, что эта камера творит? Встань, Алисия.
давай, атакуй ее. О, она на него переобулась. Как тебе надо было? Держи ее. О, второго я добил тоже. Ну, теперь я обязан третьего добить. Осторожно, четвертый. Осторожно, четвертый. Ричи может нас всех добить в одно мгновение. А, к сожалению, я его не добил. Ну ладно, будем считать, что я его добил. И мы помогли еще одному человеку пройти этих сложных боссов. Надеюсь, Тоби это оценит. Удачи тебе большое, Тоби. Надеюсь, ты не будешь убивать людей, и ты будешь добрым. Санбро. Ну, а я же возвращаюсь в свой мир. Чая и печенек. В очередной раз я нашел человека, которому можно помочь. И вот он меня призывает. Сейчас узнаем, как его зовут. И попробуем помочь ему уничтожить этих наглых, тройственных, читерских боссов. И его зовут Гул'дан. А, я понял, под кого он косит, фан Варкрафта. Решил сделать себе такого чернокнижника. Но только парень, ты ошибся с цветом кожи. Ты слегка бледноват для орка. И стендап. Стендап. Вот этот, по-моему, уже русский. Кстати, он очень прикольно выглядит. Я мог бы еще убрать бородку и будет настоящий нига. А этот у нас, по-видимому, умеет зачаровывать оружие. Ну ладно, поехали. Поможем ему. Как сможем. Главное, чтобы он нас не убил. В смысле, вот. Дальше должно быть полегче. Надо с Яхимом сражаться вот на этой площадке. Опасно он собирается. Давайте, добивайте его. Вы что, не можете добить жалкого Яхима? Что вы за юбилей? Отлично. 7 или 15 зарядов я на него потратил. И да, спускаемся. Благополучно отступаем, регулируемся. Пока они отвлекают, Ричи заедет мне по морде. Или Олеся, да, это Ричи заехал мне по морде. Куда это он будет заехать? Вы видели, куда ты улетел, но я ничего. Отстанет меня, что я тебе сделал? Тебя обманул. Вот это Гул'дана сейчас могут убить. Мне надо прикрыть. В принципе, от их атак не трудно уходить. Надо предугадывать их. И не вовремя не кастовать. Вот я сейчас благополучно сделал. Скорее выпивай. О, еще раз, молодец. За щитом было больно. Больнее, чем любая твоя атака. Подвижнее встал. Или мне просто кажется. Давай, Гул'дан, танчи. Отлично. Ричи тоже умер, пока стендап держал Олесью. Да, не представляю, как таких боссов надо в одиночку пройти. Это очень тяжело. Невозможно. Все. Гул'дану мы помогли, у меня как раз остался один заряд. Удачи тебе, Гул'дан. Надеюсь, ты будешь добрым магом, а не злым орком, который уничтожит свою родную планету. Ну, косвенно, конечно, но уничтожит. Ну, а вам же всем большое спасибо, что смотрели эту кооп помощь против боссов Стражи Руин. С вами был Дроманидрин. Всем большое удачи, спасибо, и да восславим солнце.